вращательное движение элементов эфира можно преобразовать в колебательное и далее в электрический ток. Подобно тому, как скрытая энергия пара превращается в движение паровоза. Нужно только сделать паровоз для наномира, который заставил бы дребезжать его элементы. В случае удачи это принципиально новый источник энергии, создающий электрический ток высокой частоты буквально из любой точки пространства. Проводник специальной формы направляет колебания элементов эфира вдоль своей поверхности, заставляя их дребезжать. Важно, чтобы этот дребезг не затухал. Для этого проводник должен их сохранить. Такой проводник называют резонатором. Колебания сохраняются, если потерянные излучения будут не более 0,01%. В фильме, особенно компьютером, возможно все. Но в реальности все значительно сложнее. Чтобы добиться резонанса, необходима высочайшая точность изготовления резонаторов. Исключительная чистота материалов, разработка и внедрение новых технологий. Ясное понимание организации материи на субатомном уровне. Ну и, конечно же, финансирование реализации идеи. Резонаторы могут менять свою форму, сохраняя резонансные свойства, так как важным является лишь симметрия формы. Разработка и освоение таких источников энергии приведет к новой технической революции, подобной тем, что являлись с приходом века пара, века электричества, века атома. Только этот источник энергии вечный и экологически чистый. И рано или поздно мы придем... Гипотеза о возможности использования энергии наномира подтверждается. А следовательно, делает бессмысленными все усилия человечества по усовершенствованию сжигания дров, угля, нефти, добычи экологически опасной химической и ядерной энергии.